Казахстанцы. Тут. Как часто мы испытываем страх? Страх за свою семью, за своих детей, за будущую жизнь. Страх – это негативные эмоции, отсутствие веры и надежды. Управляемый страх позволяет удержаться у власти. Технология насаждения страха и безысходности – самый ужасный инструмент манипулирования людьми. Удержать власть или, наоборот, захватить ее. Трагедия января – это изощренный план беспринципных и безжалостных людей, которые не хотели менять страну к лучшему. Казахстан погрузили в атмосферу страха, погромов, убийств и безысходности. Заговор для захвата власти – это не восстание и не протест. Это насаждение страха, чтобы властвовать над обществом. Против нашей страны была развязана террористическая война. Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги. Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении. Это стало очевидно их ключевая цель – дезорганизация институтов государственного управления, подрыв конституционного строя, в конечном итоге захват власти. Власть можно захватить или потерять. А еще можно властвовать над чужими страхами. Когда человек боится потерять жизнь и привычный уклад, он готов поверить в любую, самую невероятную версию реальности. Страх делает его послушным, идеальным инструментом в чужих руках. Поверивший обещаниям идет на баррикады, берет в руки оружие и якобы сражается за идеалы свободы, равенства, братства. Вот только сценарий повторяется раз за разом один. Страна в руинах, а заинтересованные стороны подсчитывают барыши. Казахстан получил горький и обогренный кровью своих граждан опыт. Опыт того, как страна остановилась всего в шаге от пропасти. Я думаю, что вот по тем данным, которые мы все видели, по тем данным, которые было опубликовано во время следствия, это была попытка государственного переворота, замаскированная как раз под социальный протест, под мирные митинги. Вот, и мы видим, что немало людей, которые продолжают как бы, то есть, пропагандировать или верить в этот миф, но по сути, то есть, по сценариям, по организации, по синхронности действий, это четко была попытка государственного переворота. Заговорщики имели сторонников почти во всех правоохранительных органах страны. Бывший глава КНБ предлагал президенту покинуть страну. Многие руководители силовых структур попрятались, а в центр доставляли лживую информацию. Некоторая часть колеблющихся силовиков выжидала итогов противостояния. Остальные малодушно оставили центры казахстанских городов на растерзание вандалов и погромщиков. И это происходило в тот момент, когда любое промедление означало гибель десятков казахстанцев. Во всех регионах акции якобы протеста шли по единому сценарию. Захват государственных зданий, поджоги, погромы и захват оружия. Мы не можем отрицать тот факт, что в это время присутствовали мирные митинги, что были мирные протестующие, у которых были самые лучшие намерения, которые хотели, ну, говоря откровенно, просто лучше жить. Но вместе с тем мы не можем отрицать факт попытки государственного переворота, мы не можем отрицать факт, что в городе действовали профессиональные провокаторы, что в городе действовали люди, способные разоружить полицию, способные и знающие о том, как сбивать видеокамеры в городе, которые знали, где находится арсенал, которые знали, в принципе, где находятся точки с оружием, и которые готовились к этому. Это такая очень сложная реальность, в которой нам приходится жить.
Это первая столь серьезная попытка государственного переворота в истории нашей страны. В прошлом были громкие заявления, призывы и даже планы, к счастью, не сбывшиеся. Но в январе 2022-го против авторов «Кантара» сыграл фактор вмешательства извне. Первая миротворческая миссия ОДКБ действительно принесла новый расклад сил. Страх проиграл, как, впрочем, и сами заговорщики. Попытка государственного переворота, покушение на целостность страны провалились. Вместе, как единая нация, мы отстояли Алма-Ату и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены и станут еще краше. Теперь это моя личная обязанность и, естественно, ответственность правительства. Нет хитростей, умом непостижимых. Нет крепостей, которых не берет смелость. Казахская народная мудрость. Even before the dust settles, images of the violent uprising in Kazakhstan have fresh shocked the world. Fresh gunfire being reported in Kazakhstan's largest city. The Russian state news agency TASS reporting that violent demonstrations in Kazakhstan sparked by rising fuel prices in an oil-rich nation. Protesters now call for leadership change. Пока казахстанцы из-за полномасштабной атаки террористов были без полноценной связи, весь мир пристально следил за происходящим. Город, аэропорт, офисы СМИ, штаб-квартиры полиции и силовых структур. Явно не мирные протестующие шли по четко спланированному маршруту. Общее ощущение тотального беззакония дополняли банды мародеров, которым, по сути, отдали мегаполис на разграбление. Кадры с избиваемыми полицейскими и военными должны были продемонстрировать миру, что в Казахстане наступил полный паралич власти. Однако алматинцы проявили себя с лучшей стороны. Не все оказались мародерами и пособниками уголовников. Большая часть жителей вместе с предпринимателями охраняли дома и магазины, пытаясь сохранить то, до чего еще не добрались банды. Ситуация была крайне непростой. И то, что сотни предприятий, сотни предпринимателей получили убытки, это действительно факт. И здесь я могу сказать, что и государство, и бизнес, и в целом общество сработало достаточно высокоэффективно. В плане чего? В плане выплаты компенсаций по тем убыткам, которые были понесены в первую очередь малым и средним бизнесом. Осенью 2022-го объем выплаченных компенсаций местным предпринимателям уже превысил отметку в 15 миллиардов тенге. Деньги за кантарские погромы получили те, кто сумел доказать полученный ущерб. Поджоги стали одной из главных причин многомиллиардных компенсаций. С помощью огня преступники скрывали улики и заметали следы. Настоящими январскими героями Алматы стали огнеборцы. Их вклад в спасение города до сих пор остается недооцененным. Крупнейший город страны на несколько дней стал настоящим полем боя. Преступники даже взяли в кольцо одну из местных больниц и запрещали врачам оперировать полицейских и военных. Однако это не помешало медикам спасать жизни. За несколько дней осады крупнейших городов республики общее количество погибших по всей стране составило 238 человек. В этом списке полицейские, гражданские и сами преступники. Система правосудия разделит их позже, во время крупнейшего уголовного расследования в истории независимого Казахстана. После трагических событий в крупнейшем мегаполисе практически ничего не говорит о Кантаре. Кроме, пожалуй, одного из главных зданий в центре Алматы.
Сегодня работы здесь еще продолжаются. У объекта особый статус. Не просто строителям было с технической стороны. Пожар вызвал серьезную деформацию стен. А тяжелую спецтехнику в памятнике архитектуры использовать нельзя. Рабочим пришлось вручную выносить тонны мусора. Но срывать сроки восстановления нельзя. У нас работают две смены. Первая смена у нас работает порядка около 300 человек на сегодняшний день. И во вторую смену около 50 человек сегодня работают. У нас потому что сварные работы идут, параллельно идут. Вот сейчас отделочные работы начали уже. Вот штукатурить уже начали. О том, что Алматы пострадал больше всех, власти страны заявили сразу после завершения спецоперации. В сухом остатке десятки миллиардов ущерба. И это всего за несколько дней разгула преступников. Били и разрушали заговорщики, в том числе и знаковые символы. Восстановление города после беспорядков стало общенациональной задачей. Вы знаете, что Алматы – это мой родной город. Здесь я родился, учился. Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести, в том числе и прежде всего для меня, как президента и как гражданина нашего государства. У меня нет никаких сомнений в том, что город будет восстановлен, причем перед правительством стоит задача, чтобы этот город выглядел еще лучше до того, как он был разрушен террористами-бандитами. Алматинский бизнес тоже практически восстановился. Но мало кто из предпринимателей забыл то острое чувство незащищенности в первые дни волнений. Для многих пережитое – настоящий шок. От того, как быстро можно все потерять. Дело, деньги и ощущение безопасности. К счастью, патриотизм алматинцы сохранили. Вот сейчас мы находимся в очень красивом ресторане. Этот ресторан работает давно в Алматы. Этот ресторан был разграблен. Большую часть расходов государство на самом деле закрыло. Когда президент сказал, что мы будем восстанавливать, честно говоря, было такое облегчение. Да. На самом деле было облегчение. Потому что это важно. Знаете, вот когда важно, когда вот страну тряхануло, и когда президент выходит и по телевидению говорит, наш президент, не чужой человек там, а когда он вышел и сказал, что мы восстановим весь ущерб, и когда он это сказал так, что услышал весь мир, все просто, знаете, безмерно зауважали его. Когда мы приехали, полностью весь торговый дом был перевернут. Абсолютно все было разбито, на полу были стекла, товар и кровь. Конечно, это был шок. Ущерб был достаточно большой, но для нас, как для микробизнеса. По поручению президента тогда была создана спецгруппа, которая отрабатывала. Мы одни из первых получили возмещение по ущербу. Не ожидал, что будет так быстро и что восстановление будет в полной мере. Большое спасибо, потому что мы успели и восстановиться, и заново войти в ритм торговый. Никто не лидер, если нет последователей. Малком Форбс. Протестные настроения в Казахстане долгие годы подпитывает социальное неравенство. Горстка людей в нашей стране владеет значительным объемом национальных богатств. Часть задержанных полицией мародеров похищала из магазинов еду на ужин собственной семье. Живущие одним днем, люди без будущего. Вот обратная сторона показного казахстанского экономического чуда. Впрочем, в кривом зеркале были виноваты и чиновники, которые жили в мире собственного эфемерного благополучия. Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее провальной деятельностью некоторых государственных органов. Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан.
У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах. Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут, по крайней мере, на бумаге. Кадровые чистки, череда громких уголовных дел, фигурантами которых стали представители отечественного списка Forbes. Возврат в государственную собственность незаконно приватизированных активов. Бизнес в Казахстане четко понял новые правила игры после января. Он очень четко формулирует те важные проблемы и важные направления в экономических реформах, и не только в экономических реформах, в судебной реформе, налоговая реформа, реформа правовая. Сгоревшая, а затем разобранная резиденция главы государства в южной столице. Очень четкий символ окончания эпохи суперпрезидентской страны. Новый общественный диалог с гражданами строится на понимании необходимости перемен во всех сферах. Власть больше не может не слышать, а чиновники жить в параллельном измерении. Жаль лишь, что для этого осознания реальности Казахстану пришлось пережить жестокий тест и заплатить столь суровую цену. Сложная ситуация, в которой нужно держать разум как бы холодным, потому что, с одной стороны, да, у нас была ситуация, когда элиты оказались несправедливы по отношению к своему народу, а есть другая ситуация, когда вы сами оказываетесь провокаторами дальнейших беспорядков и дальнейшего ухудшения ситуации. Ну и третий урок – это урок для бюрократии, для правящего класса, который заключается в том, что необходима прежде всего сменяемость власти, необходима подотчетность власти, необходима репрезентативность гражданских интересов в парламенте и, собственно говоря, необходимо обновление правящего класса. Казахстан сегодня четко осознает свою роль евразийского цивилизационного хаба. Нам чужды агрессия и желание угрожать миру применением оружия массового поражения. Мы остаемся уникальной культурой диалога и равенства. Независимо от цвета кожи, вероисповедания и строчки в графе «национальность». Бұл еліміздің егемендігін және жеріміздің тұтастығын сақтап қалу. Елдігімізді қорғаудың ең басты жолы берекелі бірлік. Бұдан басқа жол жоқ. Ел бірлігі қашанда ең басты құндылық саналған. Қазір оның өзектілігі арта түсті. Халқымыз татулық пен тұрақтылыққа ерекше мән берген. Оны бәрінен биік қойған. Біз дәл осы кезде бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара білуіміз керек. 2022 стартовал для нас как год испытаний. Мы пережили настоящую национальную трагедию. И раны от пережитого и потерь будут еще долго затягиваться. Январские события стали важным водоразделом между прошлым и будущим. В историческом выступлении в Мажилисе 11 января президент обозначил все наши проблемы, указал четкий вектор будущего развития страны. Страна стоит на пути больших перемен. Президент начал широкомасштабные реформы, которые получают позитивное восприятие в мире. Сегодня мы в начале пути и делаем первые шаги к реальным реформам и переменам. Касым Жомарт Токаев дал народу надежду. Надежду и путь в лучшее будущее для всех нас, для наших потомков –